Вітаю вас, шановні друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює». З вами я, Галина Щерба. По середах ми з вами обговорюємо юридичні питання і для цього запрошуємо фахівців. Сьогодні у нашій студії Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, Вікторія. Здравствуйте. Отже, сьогодні у нас дуже важлива, дуже актуальна і дуже цікава тема. І тема звучить як оформлення спадщини. Ми запрошуємо і вас до діалогу, і для цього ви побачите на своїх екранах наш номер телефону студії прямого ефіру 47 74 72. Якщо у вас є запитання до наших гостей, телефонуйте просто зараз. А я запитаю, хто ж має право спадкування? Да, ну, главное отметить стоит, что законодательство непосредственно данный вопрос регулируется законом, а именно кодексом, гражданским кодексом Украины. И у нас в Украине действует законодательство такое, что у нас первостепенное наследство идет по завещанию. Если завещание не было подписано, да, не было составлено умершим, и если оно было признано недействительным, то в этом случае у нас идет наследование по закону. У нас существует очередность по закону, то есть у нас не любой человек может так прийти и получить наследство, а существует четкий перечень, четкая очередность, непосредственно те лица, которые поочередно могут принять наследство. В первую очередь это дети, зачатые при жизни наследодателя, а также рожденные после его смерти, один из супругов, который его пережил, и родители. Вторая очередь это родные братья и сестры наследодателя, а также баба и дед, как со стороны отца, так и со стороны матери. Третья очередь это родные дядя и тетя наследодателя. Четвертая очередь – это лица, которые проживали с наследником одной семьей не менее 5 лет до момента открытия наследства. И пятая очередь – это другие родственники наследодателя до шестой ступени родства включительно, а также лица, которые находились на содержании и не были членами семьи наследодателя. Что здесь также стоит отметить, что если одна очередь, то есть, допустим, первая, да, приняла наследство, то остальные очереди, они уже не принимают наследство. Но там существуют нюансы, если первая очередь, допустим, отказалась, то в следующий, то есть, таким образом вступает вторая. Вот, вот такие вот особенности. А скажіть, будь ласка, які терміни передбачені законом для прийняття спадщини? Законодательством установлен срок – это 6 месяцев с момента открытия наследства. Наследство открывается с дня смерти наследодателя. И то есть в течение этого срока мы должны обратиться к нотариусу для вступления в право на наследство. Здесь также стоит отметить, что не по истечению 6 месяцев, там не через полгода, а непосредственно в этот период. А як діяти спадкоємцю, якщо пропущено термін подання документів? Если пропущен, то мы обращаемся в суд, и этот срок может быть восстановлен. Единственное, какие бывают нюансы, это то, что причина пропущенного этого срока должна быть весомой и уважительной, и в суде непосредственно это доказывается. То есть это не простая процедура на самом деле, потому что каждые такие основания, они подтверждаются доказательствами. Уважительными причинами может быть, например, если лицо не знало и не могло узнать о том, что наследник наследодатель умер, вот, например, лицо пребывало за границей и не было никаких связей, не поддерживало, либо какая-то тяжкая была болезнь, да, и не было в состоянии прийти к нотариусу и написать эту бумагу, вот, то есть вот такие вот бывают, но в таком случае, опять же, мы в суде предоставляем документы, подтверждающие то, что если это болезнь, то это документы, там, медицинские документы, вот, обязательно это все подтверждается, и в этом случае суды, они идут, конечно, на это, они удовлетворяют такие вот заявления. Но, опять же, очень четко это все проверяют и смотрят дело. А скажите, будь ласка, за вашу практику, люди знают, куда звертаться? Ну, в первую очередь мы обращаемся сначала к нотариусу, если срок был не пропущен, да, мы обращаемся с заявлением и также предоставляем документы, чтобы действительно подтвердить, что вы имеете право, являетесь наследником. Какие же документы мы предоставляем? Это в первую очередь вы пишете заявление о том, что вы хотите вступить в наследство, также предоставляете ваш документ, подтверждающий вашу личность, паспорт ваш, далее предоставляете свидетельство о смерти лица, то есть подтверждение того, что наследодатель у нас умер. Вот, а также
предоставляете документы, подтверждающие родство с этим лицом. То есть это может быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке, либо решение суда о том, что у вас подтверждаются родственные отношения. А обязательным моментом является то, что вы предоставляете право устанавливающие документы, если, допустим, это имущество, или движимое, или недвижимое. То есть мы предоставляем подтверждение того, что это принадлежало умершему, и теперь у нас есть право для получения. Также хотелось бы отметить, что наследство мы можем вступить, если лицо признано умершим в судебном порядке. Это тоже важно знать. То есть также, помимо свидетельства о смерти, у нас решение суда также является основанием. А якщо людина без вести зникла? Если без вести пропавший, это не то же самое, это не умершим является. То есть это немножко разные. То есть можно, если лицо без вести пропавшее, можно обратиться в суд и признать его умершим в судебном порядке. Тобто це своя особлива процедура. Да, да, если без вести пропавший, это не дает права на получение наследства. Наскільки мені відомо, у 2017 році до законодавства про спадок були внесені зміни. І підкажіть, будь ласка, які ж основні нововведення стосуються успадкування нерухомості? Да, действительно, получилось, что внесли изменения в 2016 году, и с 1 января 2017 года вступили изменения в налоговый кодекс, внесли изменения, а именно то, что первая и вторая группа очередь наследников по закону, они имеют право теперь не облагаются налогом непосредственно получение, ну, то есть оформление этого наследства, налога на имущество. Потому что до этого только первая очередь они не оплачивали именно налог на имущество. Вот сейчас только оплачиваются непосредственно услуги нотариуса, или то государственного, или то частного. Вот здесь мы оплачиваем непосредственно государственное взнос, да, за нотариальные действия, а также, либо это если к частному, то оплачивать за услуги частного нотариуса. И отдельно еще оплата идет за выдачу свидетельства о праве на наследство. Это документ, который выдается по истечении 6 месяцев, когда у нас срок прошел уже, вы документы все подали, и по истечении 6-месячного срока документ, подтверждающий то, что вы являетесь, то есть вы имеете право на получение, идете регистрируете это, то есть документ – это свидетельство о праве на наследство. Это заканчивается, это вся процедура получения наследства. Це всі зміни у законодавстві? Да, это основные изменения. И чи є нововведення у способі дарування нерухомості? Да, также ранее у нас, если ранее у нас только, когда мы дарили имущество, у нас только только родственники первой очереди, они имели право не оплачивать непосредственно налог, установленный на недвижимое имущество. Сейчас новое законодательство за оформление договора дарения на недвижимость, налоговая ставка является нулю. И у нас все другие родственники имеют право, то есть как бы первая и вторая очередь, они не оплачивают налог на непосредственно на имущество, а все другие родственники должны оплатить этот налог в размере 5%. То есть это законодательство, оно распространяется как и на наследство, на принятие наследства, так же само и на договора дарения. Зрозуміло. Тобто це важливе зауваження, яке варто знати. Да, я бы сказала, что это важные нюансы, потому что когда лицо обращается к нам, например, в центр, да, и они спрашивают, как лучше поступить, мы составляем завещание, ну, то есть как нам лучше сделать, либо составить завещание, либо подарить это имущество, да, то есть обычно мы объясняем, какие есть разницы, да, то есть если мы дарим имущество лицу, да, то с того момента, как вы подарили при жизни этого лица, да, другой человек становится собственником и пользуется этим имуществом, а если мы составляем завещание, да, вы обращаетесь к нотариусу, составляете завещание, то в этом случае только после смерти завещателя открывается наследство и в право собственности переходит непосредственно это имущество. То есть распоряжаться при жизни завещателя, да, другое лицо не может. Это важно знать, какие вот в этом есть основные отличия. То есть что мы хотим? Вы хотите сейчас еще пользоваться своим имуществом, либо вы готовы его подарить и уже не являться собственником этого имущества. Очень, кстати, это такой вопрос остро стоит, могу сказать,
сказать, потому что обращаются разные и бабушки, и дедушки к нам приходят. Бывает так, что подарили они кому-то жилье, и потом собственник уже выгоняет их из этого жилья, потому что говорит, что, мол, я теперь собственник, а ты уже здесь не имеешь права проживать, потому что вот, поэтому в этом случае как бы стоит остерегаться и стоит все это продумывать. И опять же, нотариусы всегда разъясняют, то есть какие последствия возникают после того, как прописан, ну, вы подписали договор, какой-либо договор, потому что завещание — это тоже договор. И то есть очень внимательно к этому стоит относиться. А яка послуга дорожче коштує, дарування чи... Ну, в любом случае, нужно, если мы принимаем, вообще в зависимости от самого имущества, то есть там от процента самого имущества недвижимого. Это нужно уточнять у нотариуса в момент, когда вы это подписываете, рассчитывать, это все нужно уточнять. Mm-hmm. Потому что бывают разные ситуации, нюансы. А скажите, пожалуйста, чи передбачені у законодавстві певні пільги для деяких категорій населення, ну, в плані, звісно, спадку? Да, действительно, предусмотрены. То есть существует ряд лиц, категорий, которые имеют право не оплачивать государственную пошлину за получение свидетельства о праве на наследство. Среди них это лица, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, члены семей этих лиц, вот, то есть определенные категории. Опять же, нужно все это уточнять в законодательном. То есть вы приходите к нам в центр и непосредственно, потому что должно быть подтверждение, документ, подтверждающий, если просто человек говорит, что я был там, но нет непосредственно удостоверения, то, возможно, не освобождается. Здесь в каждом случае индивидуально. Нужно смотреть. Дякую. Я хочу нагадати нашим глядачам телефон студії прямого ефіру 47 74 72. І ми сьогодні говоримо про оформлення спадщини. Якщо у вас є питання до нашої гості, будь ласка, не соромтеся, ставте їх просто зараз, зателефонуйте до студії прямого ефіру. І ви отримуєте кваліфіковану відповідь. Нагадую, говоримо про оформлення спадщини. І сподіваємося, що будуть дзвіночки від наших глядачів. І ми говоримо, сьогодні вже говорили і про терміни прийняття спадщини, і про чергу, так? І ще у нас попереду важливі питання, а зараз є у нас наш глядач на зв'язку. Алло, говоріть, будь ласка. У мене такий вопрос. Мама хоче подарити мені свою квартиру. Нотаріус говорить, що вона повинна бути виписана з цієї квартири. В случае дарения или продажи, в общем, человек, который прописан в этой квартире, выписывается. Так ли это или нет? Нужно ли мне выписывать маму и прописывать свою квартиру, допустим, для того, чтобы она смогла сделать дарственную? Дякую за запитання. Цікаве да, питання. Действительно, да. То есть необходимо будет выписаться для того, чтобы как бы в дальнейшем прописаться. Объясню почему. Потому что с момента, как другой собственник является как бы собственником, да, он имеет право распоряжаться этим жильем. То есть вы можете потом предоставить свое разрешение, да, и на основании этих всех документов обратиться в органы предоставления административных услуг и прописать маму у себя уже в этой квартире, которая будет ваша. Вот, такие нюансы существуют, потому что закон защищает права граждан. Права власника. Да, собственника, да. Зрозуміло. И еще один звоночек. Алло. Скажите, пожалуйста, если подарила квартиру, а назад можно забрать или нет? Да. Это... Дякую за запитання, спасибо, цікаве да. запитання, очень, так, да, і велика вопрос, проблема. Да, я немножко упустила этот момент, но здесь важно, да, отметить, что у нас исковая давность по договорам дарения именно, она установлена в один год. То есть если общая исковая так, давность... Так что это означает? Да, 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 если общая исковая давность у нас состоит 3 года, то есть лицо, если были его права нарушены с момента того, как он узнал о том, что права его нарушены, может обратиться в суд, защитить свои права, то есть пересмотреть какие-либо там, например, договоры купли-продажи и так далее. Но что касается вот договоров дарения, то здесь исковая давность установлена в 1 год. То есть после подписания этого договора у нас существует год. Если у вас какие-то были ваши права нарушены, вы можете обратиться в суд только в течение года. То есть здесь, ну, как сужено. Вы говорили, что бабуси, дедуси приходят, да. их выселяют да. из властной да. квартиры. Но то есть вместе с этим существует немножко другое понятие. Еще можно будет повернуть да, эту квартиру? Да, можно будет. То есть здесь должны быть опять веские основания. То есть действительно ли, когда подписывался этот договор, человек отдавал отчет, то есть собственник
прошлый, да, отдавал отчет своим действиям, то есть не болел ли он, не состоял ли он в каком-то там тяжелом заболевании, которое бы повлияло на его там рассудок, о том, что он бы действительно не понимал, что происходит, либо какие-то другие, может быть, были бы причины, которые являются там весомыми, да. Якщо все було добре, все нормально, були усні домовленості, що людина залишається у своєму, при своїй нерухомості, але почалися якісь там гоніння чи негаразди. Це вплине якось на рішення суду? Это может повлиять на решение суда, безусловно, но опять же, суд будет принимать во внимание все доказательства, и в том числе он будет защищать уже право собственности другого собственника, который на сегодняшний день будет. Вот. И здесь, если, допустим, мы говорим о том, что даже про бабушек этих, то, что, допустим, выгоняют родственники, да, или там, это уже другая идет история, потому что это совесть родственников, да, но по факту это является собственником, и собственник имеет право распоряжения, то есть он может эту квартиру продать, сдать в аренду, то есть пользоваться, распоряжаться, как бы во всех ее судебном порядке, конечно, очень, можно сказать, что суды, они стоят на защите вот именно собственников больше, как бы это как-то не грустно звучало, возможно, конечно, есть и положительные решения, то есть для тех людей, которые хотят оспорить, но опять же, должны быть веские основания, и не устные, а зафиксированные факты, то есть, допустим, там какие-то документы непровержимые или хотя бы документы, чтобы их было в совокупности, они давали действительно подтверждение тех или иных фактов. Повну картину, да, того, що відбувається. Дякую. У нас ще декілька хвилин з нами юрист Вікторія Пазурчик, і ми обговорюємо тему оформлення спадщини. Ви можете дзвонити до нас за номером 47-74-72, як ви зрозуміли, тема нагальна, гостра, актуальна. Скажіть, будь ласка, а чи можна відмовитися від прийняття спадщини? Да, действительно, возможно отказаться от принятия наследства. Что нужно знать при этом? Да, то есть, когда мы принимаем наследство, мы не только принимаем там недвижимое или движимое имущество в наследство, а также мы принимаем обязанности, допустим, которые, возможно, были какие-то долги, либо если мы принимаем квартиру в наследство, а в квартире этой были, допустим, коммунальные услуги, огромные там долги, то мы принимаем квартиру и оплачиваем эти долги. Так же самое возможно в банках, опять же, повторюсь, кредиты какие-то, то есть мы принимаем и права, и обязанности. Поэтому, если лицо хочет, не хочет принимать наследство, потому что принимаем в полном объеме наследство, не конкретно какую-то одну квартиру, если их там было, например, несколько, да, то лицо имеет право написать, прийти к нотариусу и написать заявление о том, что отказывается он от принятия наследства. Единственный нюанс, опять же, то есть мы это заявление можем подать в 6-месячный срок, вот в момент, когда мы это оформляем. Бывают даже такие случаи, что вы пришли, написали отказ, но в течение этого полгода вы передумали, и через 3 месяца вы пришли и написали, что хочу принять. То есть в течение этого срока, 6 месяцев, это все можно сделать. За винятком окремих випадків, про які ми говорили. Да, за исключением, да, определенных. И еще, если, допустим, мы пропустили срок принятия наследства, вот, 6-месячный срок, и чтобы изначально не обращаться в суд, если есть другие наследники, которые уже приняли или вступили в наследство, то есть в 6-месячный срок, вы обращаетесь, там, через 7 месяцев, например, вы обращаетесь к нотариусу, и если иные наследники, они не против того, чтобы вы приняли с ними наследство и разделили эту, то есть наследственное на имущество на какую-то, то есть вступили в свою часть, вот, то по заявлению всех иных наследников, с их согласия вы имеете право вступить в наследство не через суд. То есть обратились и договорились об этом у нотариуса. И то есть это не нужно ждать суд там пару месяцев, как бы ждать свое. Вот. То есть есть такой нюанс. Но опять же, бывает так, что родственники между собой не в очень хороших отношениях. И они, если хотя бы один не согласен, то в этом случае только в судебном порядке это можно сделать. А скажіть, будь ласка, яка плата за послуги, за додаткові послуги правового характеру? Ну, і що це за послуги? Ну, у нотаріуса, тобто ми оплачуємо непосередньо не тільки за видачу свідоцтва о праві на наследство, а за осуществлення непосередньо нотаріальних дій. Вот, если мы обращаемся через суд в восстановление сроков принятия наследства, чтобы суд нам предоставил дополнительный срок для вступления право для оформления документов, то это судебный сбор в размере 640 гривен на сегодняшний день, с 1 января 2017 года.
Я думаю, що наші глядачі вас уважно слухали і розібралися. Якщо вже не телефонують нам, то всю необхідну інформацію ви подали. Але якщо виникають питання у процесі оформлення спадку, куди можна звертатися, за яких умов? Для получения бесплатной вторичной правовой помощи вы можете обратиться в Первый Николаевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, который расположен в городе Николаев по улице Образцова 4А/2 и контактные телефоны 47 20 90 47 20 91. Приходите, мы будем рады вам помочь. Скажите, пожалуйста, а все могут? У нас есть еще 5 хвилин для того, чтобы можно было трошки відволіктися від основної теми. Чи всі можуть приходити до вашого центру і які необхідні для цього документи? Наш центр предоставляет как первичную правовую помощь, это консультации, разъяснение правового характера, составление документов непроцессуальных, заявлений, жалоб, а также, если вам необходимо, мы можем предоставить консультацию в письменном виде. То есть это первичная правовая помощь для нее, то есть все лица, которым необходимо, они могут обратиться к нам в центр с паспортом или документом, подтверждающим их личность, вот, и получить непосредственно первичную правовую помощь. Если лицам необходима вторичная правовая помощь, она у нас представляет собой составление документов процессуального характера, представительство перед, в суде, перед иными лицами, а также органами местного самоуправления и государственной власти, вот, то в этом случае необходимо будет, у нас определенные категории лиц только имеют право обратиться, необходимо будет подтвердить, что вы являетесь одной из указанных категорий в законе о бесплатной правовой помощи, а именно это малообеспеченные лица, доход которых за последние полгода, то есть ежемесячный доход, не превышал 3200 гривен. Это предоставляете эту справку, предоставляете паспорт и код, то есть это для документов для малообеспеченных. Если это инвалиды, то документ, подтверждающий, то есть или пенсийное посвящение по инвалидности, или довідка МСЕК, а также доход, получается, у нас там будет немножко меньше. Вот. Также это у нас матери-героини, люди, которые имеют определенные заслуги перед Украиной, участники боевых действий, ветераны войны. То есть огромный у нас круг лиц, которые на самом деле имеют право на вторичную правовую помощь. И хочу сказать, чтобы не стеснялись, не боялись. То есть мы хотим помочь, как бы в любом случае постараемся помочь вашим, если какие-то проблемы возникают. И самое главное, чтобы люди не боялись, потому что иногда приходят, и они не верят, что им можно помочь. А на самом деле документы все готовы, просто не знают, куда обратиться, и иногда вот боятся куда-то пойти. Поэтому... Какие наиактуальнейшие питания наичастейше встречаются? Ну, вот первое, это семейные вопросы, скорее всего, это вот алименты, содержание, и даже не детей, а, возможно, и родители детей, то есть вот таким образом развод, раздел имущества, может быть, если касательно семейных вопросов. Очень много банковских вопросов, потому что сейчас в силу определенных обстоятельств, да, и участники АТО обращаются, потому что проценты за начисление, то есть за пользование кредитом сейчас не начисляются, а мало кто об этом знает, когда обращаются, то есть, чтобы уже видеть полную картину, то есть возникает такие вопросы, либо получение депозитов с неподконтрольных территорий, то есть очень, как бы можно сказать, что разносторонне, но обращаются часто. И бывает так даже наплывом, то есть то все хотят снять с регистрации кого-то, то вот все пошли развод, то есть как-то так странно, но люди как-то, видно, потоком идут. І давайте підіб'ємо підсумки по нашій основній темі, по оформленню спадщини. На що треба звернути увагу людині, яка стикнулася з цим питанням? В першу чергу, що треба зробити? В першу чергу, що після того, як наслідство відкрилось, да, після того, як умер наслідодатель, то вам необхідно обратитися к нотаріусу обов'язково в течение полугода. Не пропускати цей срок, тому що потім, возможно, зараз у вас не всі документи, потім ви їх дособираєте, але головне обратитися к нотаріусу и не пропустить этот срок, потому что бывает так, что потом его восстановить очень сложно, практически невозможно. Нагадаємо список необхідних документів. Да, в первую очередь, то есть у нас документ, это вы заявление пишете там на месте, паспорт, подтверждающий вашу личность, также правоустанавливающие документы на имущество самого наследодателя, документ, подтверждающий то, что свидетельство о смерти, да, подтверждает то, что наследодатель умер, а также документы, которые подтверждают родство между вами и умершим. Это может быть документы, например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, это может быть решение судов. Яким чином можна відмовитися від спадщини?
Отказ – это вы приходите к нотариусу, пишете заявление, в котором указываете о том, что вы просите, что вы отказываетесь от вступления в наследство. И в таком случае наследники в следующей очереди, они имеют право обратиться и получить это наследство. И про зміни у законодавстві нові цьогорічні. В этом году, с 1 января 2017 года, вступили в силу изменения, а именно то, что первая и вторая группа наследников, очереди наследников по закону, они не оплачивают налог на имущество, то есть не оплачивают. Я гадаю, що все доступно, все зрозуміло, але якщо і виникають питання, то ви знаєте, куди звертатися. Я ще раз нагадайте, будь ласка, адресу і телефон. Мы находимся в городе Николаеве по улице Образцова 4А/2. Контактные телефоны 47-20-90, 47-20-91. Вікторія, у нас хвилинка залишається до завершення ефіру. Ваші побажання, звертання до наших глядачів. Я пожелаю мира нам во всьому мире. Я мала на увазі щодо оформлення спадщини, але це теж дуже хороше побажання. Дякую вам. Я сподіваюся, що ви уважно слухали і зробили правильні висновки, будете знати, як діяти у разі необхідності. Дякую усім за увагу і прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.